кто он? Он офицер, убивший Полудоуса. Легко сказать. Полудоус все еще жив. Куда вы идете? Иду. Куда вы идете? Идемте. Если не ошибаюсь, то я здесь единственный представитель власти. Так что можете отдохнуть и объяснить мне, что за срань здесь творится. Как если я был 10 лет. Слушай, убив Полудоуса, ты открыл портал, который мы поскорее хотим закрыть. Так что либо помогаешь нам, либо проваливаешь к чертям. Нет, ты меня послушай. Либо ты мне все толком объясняешь, либо я вас всех арестовываю. Ты всерьез думаешь, что можешь лично нас арестовать? И тусер. Закари, он просто хочет знать, что происходит. Я понял, Виктория, но Библия не мала, а Божьи слова глубоки. Сложно рассказать все в 2 минуты. Наша цель не переубеждать неверующих, а спасать их. Не беспокойся, позже ты на все получишь ответ. А пока что следуй за нами, если хочешь выжить.